Слава Украине, привет всем от Полонского. По поводу еще раз Грузии, потому что, ну, неприятно это говорить, но тем не менее, посмотрите, правительство Грузии отказало Украине в передаче Саакашвили нам на лечение. Мы все видели прекрасно, в каком Миша находится состоянии. Потерял половину веса, 60 килограмм, похоже на то, что его там в тюрьме отравили. И видно, что человек умирает просто-напросто, это абсолютно очевидно. Но, знаете, грузинское правительство с таким вот рвением и с такой ненавистью, для которой было бы, вот, честно говоря, лучшее применение в отношении фашистской России, например, да, оно отказало Украине и даже сказало, что не хотят рассматривать этот вопрос. В то же самое время, то же самое грузинское правительство прекрасно дает россиянам приезжать в Грузию, прекрасно, значит, организовывает рейсы, более того, организовали рейсы в Москву и организовывает стыковочные рейсы для россиян, чтобы те могли лететь, значит, через Тбилиси в Ниццу. Ну, для удобства, все ради россиян. То есть Саакашвили им по барабану, герои грузинские, которые здесь в составе ЗСУ воюют против фашистской России, этому правительству по барабану, они, видать, их не считают героями, я не могу сказать. Зато россиянам они делают, знаете, вот такие реверансы, значит, и облегчают им жизнь, и за санкции в отношении фашистской России даже слышать не хотят. И это после всего того, что Россия у них забрала, я не знаю, там в процентах, больше 20%, по-моему, территории страны просто взяла и отняла. Вот скажите, вот ваше мнение о этом грузинском правительстве и о том, есть ли у этого грузинского правительства честь, с понятия такие, как честь, совесть, справедливость и так далее. Ваше мнение?